твой шанс впечатлить меня. Посмотрим, на что ты годишься. Не, ну слева направо убьем же. Все правильно. В бою наемники автоматически применяют подготовленные способности. Уничтожьте всех врагов, чтобы победить. Окей, поехали. На атаке наносит противнику урон в ближнем бою. Будьте осторожны, при этом вы тоже получите урон. Способности других типов применяются с безопасного расстояния. Угу. Допустим. Угу. Угу. Получена новая способность. Окей. Крысюков шотнули. Плохо, но не отвлекайся. Мы тут не одни. А, без вебки, да, сижу. Что надо цвета настроить? Пойдет. Действия в бою совершаются в порядке очередности. Способности с низкой скоростью срабатывают быстрее, способности с одинаковой скоростью применяются в случайном порядке. Угу. Подожди, сколько там было урона? А урон не написан? Ну, 6 это скорость. Просто атакует противника. Окей. А, так подожди, 3. Ну да. Угу. А почему она новая появилась, я не понял? Ну и все. И хп они даже не потеряли. Типа они апнулись, атрибуты выросли. Еще и там голдишку подсунули. Отлично. Отлично. Я завербовала третьего наемника в ваш отряд. Ого. Зирел вступает в команду. Наемники определенных типов выносят двойной урон друг по другу. Угу. Ну окей. Вносит противнику 2 единицы урона, дает ему минус 2 атаки до конца хода. Не, ну тогда сюда. Чё толку делать 1 минус 2, если можно 3 минус 2 сделать? Они же не отхилятся, по идее. Или отхилятся между этими боями, честно посмотреть.
эффективно. Мне нравится. Быстрее некуда. Ваш отряд хочет вступить еще один наемник. Громаш. Видишь самоцвет над головой цели? Имей в виду. Это значит, что с ней будет больше бойцов. Ну так вот. Ну, видишь, механику даже новую рассказали. Будет больше бойцов. Вот так вот. Одновременно в бою могут участвовать только 3 наемника, остальные будут ждать в своей очереди на скамье запасных. Так, ну что у нас там по приоритетам? У меня аж картинка для этого заготовлена специальная. Зелененькие. А, ну к тому же подсвечена еще, да, нижняя рамка. Если нижняя рамка подсвечена, то наношу двойной урон. Окей, поехали. А синенькую мы не ставим, потому что синенькая больше от зеленой получает в 2 раза. Типа... Ни к чему такое. На мобилках намного позже обновления для Hearthstone приходят, чем для ПК. Так что... Увы, ах, придется, ну, какое-то время подождать. Чего у Громаша по спалам? Атакует противника. Да короче, все в первое направим, посмотрим, что из этого получится. Перейдут ли атаки на второго в итоге пирата или нет? Ну-ка. Ого! А чё так много, в смысле? Не понял. А чё всё в один таргет полетело, почему? А, ну или, наверное, это типа по сюжету, чтобы специально игрока научить, что можно ставить новых из колоды. Окей. Заменяйте побежденных наемников, выводя новых скамьи. Побежденные наемники не смогут вернуться в бой, пока вы не закончите текущую карту. Ага. Нет, ну окей. Все понятно теперь. На телефон позже всегда все выходит. Там день придется подождать, скорее всего. Да, есть Фаерис на компе. Игру перезапусти, там обновление скачается. Ну, Тиран, да, у нас в итоге хорошо. Ну и Зирелла тоже, да. То есть, несмотря на то, что она там умерла, она все равно получила экспу. Хорошо. Тут Млаз, дробитель. Классика. Атакуй и уничтожь ее. Ну, значит, запускай игру. Скорее всего, у тебя уже все скачалось. Потому что у меня прям ушло обновление там. Инициализация, обновление качалось. Гига 2, по-моему. А четвертый где, не понял. Ну вот, то у меня тоже недавно скачалось, мне игру пришлось перезапускать, да и все. Ого, можно глянуть, что они кастуют. Передают вашу атаку другому существу или наемнику до конца хода. Угу. Ну то есть, типа, дробитель будет больше бить. Да мне, наверное, пофигу на это как-то. Мы вот так вот сделаем. Дробителя, что ли, пытаться просто убить по-нормальному? Давай попробуем, что из этого получится. Ну да, тут и громаш есть, как видишь. Ну и зачем он вызвался вообще? Зачем он тут нужен?
Не-не, подожди. Мы сделаем вот так. И сделаем, ну, вот так вот. Что-то, по-моему, луз какой-то. А где? Я не понимаю. В смысле, а где четвертая? А, так она же умерла, точно, все. Угу. Ну, получается, блин. Окей. Ой, сколько левелов накинули, сколько опыта получено. Кайф. Новая способность. Восстанавливает 5 здоровья. Ну, хорошо. Там еще сундучок, по-моему, был в конце, да? Там будут какие-нибудь приколюшки сейчас. Ого. А, игру перезапусти, игра обновится сама в Battle.net. Ну, а для телефона недельку надо подождать еще. Ой, недельку, денек. Вручение выполнено, уровень 1. Капитан Дробитель, ходов в этом походе 14. Один выживший моб только. Угу. С возвращением, наемник. Здорово. Скромная база станет центром всех твоих операций. У тебя достаточно материалов, чтобы построить новое здание. Сделай это. Гарнизоны, что ли? Ура, слава гарнизонам. Таверна позволяет усиливать наемников. Возвести бесплатно. Давай. Бесплатно можно. Вестите таверну. Выберите наемника, чтобы посмотреть его способности. Ты можешь использовать монеты наемников, чтобы улучшать их способности. Попробуй. Так у меня нет для гороша ничего. Как я буду пробовать-то? Давай других смотреть. А как улучшать-то? У меня нету монет. Ноль. Зеро. И что? Ну, у меня второй архетип наемников не открывается. Подожди, давай-ка по новой ее откроем, например. Как там, Зирелла, да? Не, она не должна так работать. Давай пробуем релогнуть игру. Да не, слушай, Кост, ну тут что-то не то. У меня нет монеток для Гороша, а мне предлагает взаимодействовать только с ним. Как это возможно? Мне типа нужно улучшить его. Ну а мне нечем. Давай комплекты откроем. А, это обучение нужно сначала пройти. Типа до конца. Вот теперь появилось, смотри. Nice. Выберите, что вы хотите улучшить. Клиф или таргет дэмэдж? Слушай, хороший вопрос. Давай клиф, наверное, улучшим. Часто зависит от подготовки. Золотые слова. Как видишь, работы здесь хватает. Сооруди тут доску с объявлениями, чтобы следить за текущими задачами. И чтобы больше не было сюрпризов. Какие же интересные сюрпризы она говорит.
Костер, здесь можно предложить наемникам помощь. Ух ты. Очень хорошо. Наши наемники иногда просят помочь им в их собственных делах. Взгляни. Твое терпение на исходе. Так, и что? Для следующего задания тебе понадобится транспорт. Ну, типа, посмотрели, окей. Точка перехода. Путешествуйте, выполняйте интересные поручения. Я приготовил для тебя Милхаус. Органическое четырехприводное ускоряющее устройство. Это лошадь. И талант. Решено. Бери все, что тебе нужно, и в путь. И возьми с собой Моношторма. Глядишь, покатается на своем пони и вспомнит нужные чары. Неплохо она его так подтроллила. Так, посетите точку перехода. Ну, тут режимы, да, различные. Угу. Степь, обычка. Окей. И вот выполнив вот это поручение, так, почему у меня пятый соратник решил выписаться из деки? Вот, я что, зря ее улучшал, что ли? Фрогер приглашает посмотреть вас его матч. Я занят, сори. Я занятой молодой человек. Ну все. Выполнив сейчас это поручение, дают маунта для Вова. Если что. Начав поход, вы не сможете изменять состав команды. Продолжить? Не продолжить, подтвердить, написано, да? Должно быть, по идее, продолжить. Окей. А, уже? А я думал, его пройти нужно. Ну все, можно офать. Да не, поиграю. Режим-то интересный по факту. Поехали, получается.